Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 4, секция Homework, домашняя работа, упражнение 11. Complete the text with prepositions if necessary. Заполните текст предлогами, если необходимо. Первое предложение без пропуска. My hobby is listening to music. Мое хобби — слушать музыку. Второе предложение. My favorite type of music is rock. Мой любимый жанр музыки — рок. Чтобы перевести на русский язык в родительном падеже, напомню, мы используем предлог of. I don't play any musical instruments. Ничего не надо вставлять. Переводим. Я не играю на музыкальных инструментах. Следующее. But I like to listen to music. Но я люблю слушать музыку. Listen всегда используется с частичкой to после себя. Надо запомнить. All my friends are fond of rock music too. Все мои друзья тоже любят рок. Fond of — любит что, да? Нам нужно показать принадлежность. Используем предлог of. Our dream is to start a rock band and to invite our families and friends to our concert. Наша мечта — создать рок-группу и пригласить на наш концерт наши семьи и друзей. Окей, вставили предлог to. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.